знаком зодиака на выходные нежелательно планировать серьезные покупки, а вот мелочи для дома можно смело покупать. Овны, вас работа не отпустит, и вероятно, что вы окажетесь готовы к решительному волевому шагу, например, смене деятельности. Вы будете мечтать о том, как изменится жизнь после судьбоносного поступка. Правда, иллюзий тоже может быть много. Тельцы, ваше представление о дружбе вообще или с конкретным человеком может быть подвергнуто трансформации. Велика вероятность, что кто-то предложит вам пожить вдали от дома, посмотреть мир, набраться новых впечатлений. Близнецы, у вас высока вероятность знакомства или встречи с влиятельным человеком, но не питайте иллюзий по этому поводу. Вряд ли он захочет вам чем-то помочь, а вот родители помочь могут деньгами, сделают это искренне. Раки, возможно, вам предложат сменить статус личных отношений или отправиться в дальнее путешествие. В любом случае, это будет что-то существенное, а не просто просмотр фильмов или прогулка у дома. Принимайте решение сразу, не берите время на раздумье. Львы, звезды считают, что для вас станет актуальным вопрос о кредите. Вы будете просматривать варианты, где и под какой процент его лучше взять. Причина взятия кредита, скорее всего, будет связана с бытом или машиной. Девы, ваши личные отношения могут выйти на новый уровень. Возможно, вы подберете лучшую технику выполнения для вашего хобби. Благоприятное время для романтического свидания, знакомства. Проведите время с детьми, узнайте что-то новое. Весы, будьте готовы к возможным изменениям в семье. Взаимоотношения с близкими могут потребовать другого подхода, что психологически может быть сделано с трудом. Обратите внимание на здоровье, особенно на что-то вялотекущее, чуть болезненное. Скорпион, у вас впереди очередной очень активный период. Благоприятен для общения, поездок и знакомства поднимут настроение, но вряд ли впоследствии вы будете также очарованы. Отношения с кем-то могут значительно измениться. Стрельцы, планируйте кардинальное преображение дома, правда, оно потребует финансовых вливаний. Период благоприятен для крупных покупок. Возможно, для приобретения недвижимости. Также может быть обсуждение финансовых вопросов и бюджетов с близкими. Козероги, смотрите реальнее на людей, с которыми общаетесь. Это касается и хороших знакомых, и новых. Возможно, вам захочется изменить что-то в своей внешности. И изменения это будут не на неделю, а на продолжительное время, а может быть даже и на всю жизнь. Водолеи, у вас впереди смена мировоззрения и душевного состояния. Хорошее время, чтобы начать питаться правильно, практиковать йогу. Может возникнуть желание купить что-то в подарок. Не отказывайте себе в этом и сделайте приятное близким. Рыбы, круг ваших интересов и знакомств может существенно пополниться. Возможно, вы присоединитесь к какой-то группе по интересам. Это может быть спорт, хобби, которым вы давно уже интересовались, но ждали подходящего настроения у себя. Для всех знаков зодиака 15 ноября начнется неделя однозначно творческая и удачная. Звезды рекомендуют не испортить ее излишней энергичностью и амбициозностью. Звезды знают, что говорят.